Давайте, пацаны, мы не будем, наверное, все-таки далеко от острова отплывать. Так, гребите быстрее, гребите, гребите, гребите. Ты сам понимаешь, в принципе. Что-то очень сильно, да, прям погода ухудшилась. Вы посмотрите, уже пасмурное небо. Может, давайте мы вернемся лучше? Да не, я думаю, ничего страшного не произойдет. Ну ладно, ладно, да, поплыли, поплыли. Ай, пацаны, дождь начался, я же говорил. Ё-моё, смотрите, все уже в тумане, вообще ничего не видно. Ладно, ладно, плывем, плывем, плывем. Плывем, плывем, плывем. Что-то мне кажется, вроде рыбалочка сегодня плывем, будет, да? Очень плохой. Из-за этого дождя, по-моему, дождь этот всю рыбу просто распугал. Что-то мне кажется, мы заблудились, да, пацаны? Вообще, куда мы плывем? Офигеть! Я не понимаю, какой сильный шторм. Вы посмотрите, что он делает с нашей лодкой. Да, влево-вправо. Капец, какие волны! Пацаны, тихо, вы управляйте, тихо, управляйте, управляйте ей, чтобы нас, главное, не перевернуло. Главное, чтобы волны не разбили нашу лодку. Куда мы вообще плывем? А где наш остров? В какой он хотя бы стороне? Сзади, спереди, где он? Слева или спереди? Слева вроде где-то. Давайте туда и поплывем тогда. Или справа вообще. Блин, вообще не знаю. А, сильные волны. Офигеть. Ой-о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 й-
это остров. Серьезно? Не-не-не, это по, не особо похоже на наш. На нашем острове был большой дом, как бы. Да-да, который видно. Угу. Тихо-тихо. Все, давайте, пацаны, высаживаемся, высаживаемся. Высаживаемся. Так. Так-так-так. О, смотрите, бананы, пацаны, бананы растут. Бананы! Офигеть! Капец! Блин! А где наш остров? Кто посмел потревожить мою Ты кто такой? Мы пришли с миром! Мы пришли с добром, ты кто такой? Чувак, чувак, мы пришли с миром. Мы с миром. Мы выжившие из другого острова. Ты кто такой? Как ты вообще здесь очутился? Вы откуда все? Как ты здесь вообще очутился? Ты кто такой? У меня большая рыба напала. Я был рыбаком. А, тоже большая рыба напала? Нас тоже, на нас тоже она как бы напала. Вас тоже. А давно ты здесь уже находишься? Я целых 3 месяца, я уже сбился со счета. Три месяца, ё-моё! Друзья все умерли. Это твой друг был? Офигеть, а как его звали? Как его звали? Вася. Вася его звали? А тебя, кстати, как зовут? Лёня? Лёня? Приятно. Офигеть. Это ты все здесь сделал, да, на этом острове? Ну смотри, меня зовут Славик. Меня Миша зовут. Это у нас Миша. Чё у тебя вообще здесь творится на этом острове? Ого, что кресло. Это кости или что? Кости или, какие-то, чего? Кости обитателей, кто здесь жил, я их всех съел. Ты их съел? Ой-ой-ой-ой. Да, потому что бананы здесь убивают. А, тут в принципе кроме бананов ничего не растет. Да-да-да. Чувак, не плавай в такой шторм, ты чё делаешь? Смотри, тебя течением унесет, ты понимаешь, в океан унесет. Не надо, чувак, там плавать. О, help. Ты пытался вызвать помощь, получается, да? А это у меня самолёт заметит, но не заметит. И чё, не заметили тебя? Вообще никак. А ну да, в принципе, ты тут уже до сих пор раз находишься. Возле нас тоже пару раз и корабли проплывали, но всех мегалодон съедает. Нас тоже не заметили. Да, нас не заметили, даже самолет нас не заметил. Ну чё, тогда давай ты с нами отправишься, к нам, может, на остров? Да, как тебе такая идея? Ну давайте, вы знаете дорогу. Ты ж, надеюсь, пошутил то, что съел своего друга, да? Ты ж пошутил? Да, я пошутил, я его не ел, он сам. Ух, слава богу. А, ну ладно, мы уже подумали, что ты реально каннибал какой-то. Реально дикий просто какой-то, очень дикий. Ты со словами такие осторожней. Обдичал просто. Ну что, пацаны, давайте, собираем все ресурсы с этого острова. Бананы, которые еще не сгнили. Вот эти бананы не трогать, они уже прогнившие. А, ну хорошо, хорошо. Берите вот эти вот всевозможные штуки, смотрите, отпали. Может, какой-нибудь лежак сделаем. Да, ветки берите, пацаны, я думаю, пригодятся нам. Вон камень берите, я тут камень подобывал немножко. Где камень, где камень? Я думаю, нам он, в принципе, пригодится. Вот камушки, вот камушки. Ого, сколько камней. Ой, это, пацаны, кремень, смотрите, берите, берите. Сможем затачивать, да, или огонь разводить. Вот еще один кремень. Капец, конечно, сегодня дождь, да, жесткий пошел. Ой, чувак, ты куда поплыл? Ай, пацаны, помогите, помогите, смотрите, его куда-то вынесло просто в море. Ай, плыву за ним, плыву. Давай, давай, сопротивляйся, сопротивляйся. Давай, 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 давай. О, все, держись за руку, поплыли, поплыли. Давай, 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 давай. Мегалодон сзади, быстрее, плывем, плывем, плывем. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Тихо, 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 тихо. Воу. Капец.
Он снова, видимо, вышел на охоту. Ё-моё! Он, походу, проголодался снова. Не-не, подождите, давайте пока подождем, хотя бы пока может шторм прекратиться. Ну, кстати, да, видите, давайте, плюс мегалодон вышел на охоту. Да, давайте, в принципе, переждем дождик, потому что из-за тумана мы можем мегалодона не увидеть. Да, да, кстати, понимаете. Пацаны, Миша прав. Давайте это переждем. А хотя подождите, подождите. Мы не увидим мегалодона, и он нас как бы тоже не сможет увидеть. Ну, в принципе, из-за тумана. Ну, понимаешь, он под водой. Ну и что? Может ты понимаешь то, что как бы да. Хоть мы и смотрим здесь, да, может, не под водой. Не-не, я про то, что смотрите, сейчас из-за дождя очень сильно получается течение, волны, и очень мутная вода, вы понимаете? И поверьте, мегалодон намного хуже видит, чем мы сейчас даже в тумане. В 10 просто раз хуже. Когда как бы шторм идет, это очень плохо для рыбы. Вся рыба просто идет на дно, чтобы там хотя бы хоть что-то видеть. Так что давайте сейчас прям будем отправляться. А, так вот чем мы аж смогли столько проплыть аж до этого острова от нашего. Так человеку плохо стало. Ой, чувак, ты чё, вставай. Ты чё, гнилой банан съел что ли? Нормально все? Все уселись. Вон последний человек. Быстрее, быстрее, давайте, давайте, все, все, быстрее, на лодку, на лодку. Тихо, тихо. Мегалодон, видите, он плавает? Мы увидим, как бы немножко. Он нас не видит. Он нас не видит, как бы, да, да. Ладно, все, пацаны, поплыли, поплыли. Гребите только намного быстрее, чем обычно. Быстрее намного гребите. Очень прям быстро гребите. Так, 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 давайте. Так, 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 так. Вроде нормально. Вроде нас не видит. Все, так, подождите, в какой стороне наш остров? В той стороне? Вправо где-то или влево? С куда? С правой стороны, с правой, вроде. Я вообще не знаю, куда плыть. Пацаны, у меня компас затерялся. Мы сейчас плывем на северо-запад. А где остров, вы не знаете? Остров у нас находится вроде... Сейчас точно на север. Да, 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 на север. Ну, вроде он где-то находится на северо-востоке. Он где-то на северо-востоке вроде находится. Где-то нужно... Направо, направо, направо куда-то надо. Вот сюда, что ли? Но мегалодон вроде нас не видит. Да, да там мы как бы его тоже не видим. Где пацаны мегалодон? Смотрите его просто во все глаза. Справа, справа, вижу. А, вижу, 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 вижу тоже. Справа, справа, точно, точно, всё, да, тихо, 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 тихо. Плывем, плывем, плывем. Да, груз, выкидывайте, чтобы мы могли ускориться. Выкидывайте, выкидывайте. Выкидывайте. Дождь, пацаны, заканчивается. Офигеть, что? О, да, 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 закончился дождь. Так это отлично. Плохо, братан, ты чего? Радуешься? Нет? Это плохо, а, он точно. Закончился. Не нас сейчас мегалодон увидит, пацаны. А, быстрее плывем. Где он? Где он? Я его пока что не вижу. Очень мутная вода. Я тоже его не вижу. Теперь он нас будет сейчас хорошо видеть, а мы его будем очень-очень плохо. Слева, походу, вижу. Вижу мегалодона слева. А, так, направо, направо идем. Направо идем, направо, 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 направо. Нас видит направо. Да, 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 да. Тихо, 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 тихо. Нет, 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 нет. А! Он нас засасывает, он нас засасывает, пацаны. А, не могу плыть, гребите, гребите, гребите. Нет. Простите, пацаны. А, ты что делаешь? О, Лёню убили. А. Что произошло? О, боже. Не он. Ты же остался, да, на острове. Капец тебе, конечно, повезло. О, Миша, ты выжил? Да, да, пацаны, привет. О, Лёня, Лёня, Лёня. Он выжил или его убил все-таки мегалодон? Лёня. Выжил. Не, не, а, да, выжил, выжил. Лёня, как ты выжил? Тебя же он вроде съел. Ты прямо в рот запрыгнул. Я помню, что я выпрыгнул из лодки. Чувак, просыпайся. Это, походу, все-таки умер, да, блин. Блин, конечно, жестко. Это тоже, походу, умер. Уже двое. Его, смотрите, кто-то в водичке валяется. Так, ну пока что только двое, да? Только двое вроде как. Да-да-да-да. Вижу еще третьего, вижу третьего. Походу нашли. Умер он, что ли, тоже? Блин, чувак. Да. Смотри, у него вообще лица нет. Придется их хоронить сейчас. А как мы вообще здесь будем их хоронить? Ну на острове, знаете, не варик будем их хоронить, да? Да-да, закапывать это, конечно, не вариант. Я думаю, да, в открытое море их просто отправим. Ну в гробах ну, тоже, да. Знаешь ли, у нас дерево очень-очень ограниченное. Я знаю, знаю. Сейчас, короче, это идет, смотрите, смотрите, с пальмы, видите, вот эти вот штуки, да? Точно, они все равно уже скоро сгниют. Их можно из них сделать как будто такое полотно, да? Немножко их укрепить ветками, немножечко совсем, и отправить и таким образом в воду. Да, к сожалению, трое погибло. Ч
Просыпайтесь, выжившие. Ты что, дурачок что ли? Дурачок что ли? Я забыл. Ты уже с нами, все, ты не один, да. Да, все, отлично. Он что так, пацаны, один, когда просыпался, так кричал, серьезно? О, чувак, смотрите, конвульсии. Чувак, просыпайся. Просыпайся. Это все сон. Да не, вроде живой. Чувак, просыпайся. А, во, все. Все, проснулся. Раскулись они, отлично. О, смотрите, пальма, смотрите, проросла. О, кстати, там пальма, да. А чё, я думал, что она, типа, уже взрослой станет, то есть вырастет такой большой-большой. А, ну вчера же пасмурный день был, да. Когда солнца нету, все очень-очень плохо растет. Да, точно. Смотрите, какая прекрасная. Ну, кстати, сейчас солнышко вышло, смотрите. Не срывайте кокосы, пацаны, не трогайте их. Да, пока пускай растут. Они еще маленькие. Пальма маленькая, кокосы маленькие. Солнце, смотрите, наконец-то вышло. Сегодня прям все, наверное, вырастет. Пацаны, я так хочу есть. Давайте быстрее уже наконец-то мы поедим. О, кусочек мяса, краба. Так. Давайте разжигайте огонь, быстрее. О, какой большой огонь. Лёня, кстати, а кем ты был по профессии? Ням. До вот этих всех катастроф. Рыбаком был? Тебе что, плохо что ли? Нет, ну не очень хорошо. Из-за жары что ли, да? Ты уже давненько, какой-то, наверное, солнца не видел. Свои... Да, он привык уже к дождям, к влажности. А тут солнце, огромная жара просто, ё-моё. Огонь еще сильный. Так, ну что, давайте кушать. Я вроде себе кусочек мяса поджарил.